уточнение границы между Арменией и Азербайджаном является важным для обеих стран. Как передает канал 13, об этом 20 мая заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян в ходе заседания правительства. «Для нас важна стабилизация региона, уточнение границ, насколько нужно Азербайджану, настолько и Армении, уточнение границ, их констатация и на каком-то этапе демаркация, делимитация – важная гарантия безопасности», – отметил он. Также Пашинян подчеркнул, что данный процесс не будет легким, так как в регионе ни одна страна еще не закончила этот процесс, и уточнил, что в идеальном случае охраной государственной границы должны заниматься пограничники, а подразделениям армии следует отойти в места постоянной дислокации. Кроме того, он добавил, что одним из приоритетов армянского правительства является также открытие региональных коммуникаций.